Thank you. Сообщение. Stranger, stranger. Thank you. Сообщение. С этими настройками, то ты запуталась с этими настройками. Не хотела, чтобы это видели. Так, привет. Все нормальный звук, микрофон рукой. Джош! Микрофон. Don't let me fall. Федрин. Как понять, кто это? Это все я же. Люська ваша. Фух. Все вроде, да? Все нормально, у меня работает. Thanks. Так, а почему у меня микрофон? Игра не слишком громко? Everyone's gone. Ладно, будем разбираться. We're going to Silent Hill. You won't be going anywhere. Ладно, давайте попробуем поиграть. Чё, как дела у вас? Слишком, да? Josh. А вот так. Сейчас посмотрю, может, тут есть настройки звука. А, есть. Есть настройки звука, можно все сделать немножко потише. Вот громкость музыки сейчас. Приветик! Вова, Владимир, Коди, АК. Так, громкость диалогов чуть тише. Громкость радио, тем более. Я не хочу этот звук все время слышать, который меня пугает. Как-то там скучно. Это обычный парк, красивый. И ничего там особенного нету в этом парке. Я тоже в этом году там была, летом. Только сейчас закончил играть Beyond Good and Evil. Учту обязательно. Это так важно, что ты пришел самый первый. Хотя, по-моему, еще до стрима Вова, который VK, он написал, когда стрим в чате. Это было еще до стрима. Я не знаю, кто из вас пришел первый, но он первый написал. Короче, мы закончили на боссе кукле. Я уже не помню управление в этой игре. Вот, по-моему, спуск в ад. Это как раз то, что нужно. О, нет. Как можно было закончить на боссе? Почему я все игры заканчиваю на боссах все время? И темно как-то, мамочки мои. Мамочки. Давайте. Ой! Ой, это мои шаги! Так громко. Так, давайте вспомним немножко управление. Так. Это такой, значит, слабый удар вроде. Что? Тьфу! Грёбаная сохранёнка! Так, давайте подальше от неё отойдём. Мне больше парк ЦПКО нравится. А, вот. Ага. Ну, драться мы будем немножко другими предметами. Ружьем и пистолетом. Да. Ой, а что у меня со здоровьем за херня? Подождите.
Блин, а это я с таким здоровьем тут хожу, туда-сюда расхаживаю. Господи, ну сейчас он меня несколько раз убьет тогда. Он или она, я не знаю, кто это. Сейчас оно меня несколько раз убьет, и мы наконец-то разберемся, что делать. Я на это надеюсь. Че, сначала возьмем пистолет или ружье? Или будем так ей в ногу бить? Ладно, давайте будем топором бить. О, боже. Ладно. Мне туда? Где тут этот дурацкий босс был? Ну, наверняка внизу. Подождите-ка. У меня... у меня, короче, тогда был автосейв прямо перед боссом. Вот. А сейчас, так как я загружаю сохраненку. Ручную. Вот туда нам не надо, но надо. Да, вот здесь где-то босс сейчас будет. Ёкарно. Топор forever. Лучше не трать патрон. Ну ты помнишь, да, какой сейчас босс будет? Я не знаю вообще, как тут перекаты делать. А вот отклоняться. Магия Хогвартс. Так, это мы будем отклоняться. А вот можно просто перекат сделать. А блок какой-нибудь есть? Ой! Ой, как это? Как это? Как это? Да, верните мне топор, пожалуйста. Верните мне его обратно. Так, топор... Вот топор, если захочу влево или вправо нажимаю, появляется огнестрельное оружие. Круто. Ну ладно, пойдемте. Классная дверь. Ну, надеюсь, этого босса мы сегодня завалим. Очень надеюсь. Люси, у тебя все хорошо? Почему нет? Все отлично. А что, я как-то плохо выгляжу или как-то странно говорю? Так. Кстати, Вова, ты мне игру, оказывается, подарил. Я забыла тебе сказать спасибо, он мне подарил игру новую. Как же она называется? В общем, он сказал, что это от создателей Layers of Fear, вот которую сейчас многие стримят, новая игра. Ну, она такая, чем-то Сому напоминает. Я не знаю, буду ли я ее стримить, но все равно тебе за игру спасибо. Мы с Серегой уже начали в нее играть. Да не ты, ёкарный бабай, а Вова, который вот VK. Да, да, вот эту игру. Как вы, что вы вообще думаете про эту игру? Хорошая или не очень? Так. I can stop the bleeding. I don't want your help. These wounds cannot heal. Why did you come to this place? I come here to remind myself. It's the only place I go where she listens to me. Observer, да. Look, doctor, stop talking like an idiot and start giving me straight answers. My brother is missing, the mayor's son is missing, and so is Scarlett. I want to know where they are. I don't care about them or you. My princess is the only thing that matters now. Что же я несу? Вы же мне все время делаете подарки. Так, что произошло со Скарлетт? Господи, да сколько болтовни с тобой, а? Вот, забирай. Эта игра меня зацепила своими детективными элементами, но иногда очень сильно бесит. Бесит? Интересно, чем? 15 января, о, не скоро. Скарлетт, не помню, я же не могу помнить все дни рождения всех своих друзей, правильно?
успеете пропустить. А-а-а! Господи! Только не ты, гребаная. Вот. Перекат на Б, это я поздно вспомнила вашу идею. Да хикарнуться! Блин, я не вовремя перекат делала. Громко, ну, блин.
Я же делала уж потише. Ой, а почему обратно громко стало? Подождите. Я же делала потише. Почему оно обратно стало громко? Как сохранить настройки? Пипец. Вот так пойдет. Я не знаю, как их сохранить. Так, еще раз. Вот. А почему сбилось тогда? Фу, блин. Может, еще потише сделать? Кстати, можно было ружье не тратить, по-моему. Кажется, она ругается. Я не знаю, сохранились они или нет. Вот, сохранились. Сейчас, погодите, может, еще в ОБС сделаем потише? Если надо. Так, а я вообще раньше, знаете, как делала? Я уменьшала звук в самой Авермеди. Ну, то есть в карте захвата. Сейчас я открою. А, не ту хрень открыла. Сейчас я сделаю потише в самой Авермеди. У меня там всегда стояло. Просто так как комп новый, я первый раз с карты захвата стримила. Вот аудио. Сейчас не то. А где же я это делаю? Вот вроде вот здесь, а что-то нету сейчас такого. Вот settings. Блин, такой настройки сейчас нет. А вот во! Например, минус 4 у меня вроде стояло, или минус 5. Так. Вот сейчас точно должно. Минус уши, а что произошло-то? Сейчас точно должно было стать тише, сейчас... Видите, у меня волосы опять пушатся. Меня слышно? Тук-тук-тук. Так, ну если слишком тихо стало, я обратно сделаю. Мне надо по голове бить. Ничего не меняется. Музыку выключи вообще, грусть нагоняет. Ни хрена, музыку я не буду выключать. Ты тихая. Да почему я-то тихо? У меня микрофон на полную громкость. Надо еще тише или тебя громче? Так. Сейчас я еще в игре сделаю еще потише. Да я себя не могу сделать громче, могу только орать, хотите? Ладно. Сейчас я сделаю в игре еще потише. Хотя раньше мы играли и все нормально было. Так, еще громкость музыки потише, диалогов потише. А Эскиди, ты прикалываешься уже или ты серьезно? Давайте серьезно, блин, ну я не могу сама звук настроить. Это Silent Hill. Написано в названии моего стрима. Если ты не в курсе, что это за игра. Так вот, хорошо. Ой, не на ту кнопку нажал. Сейчас я тогда в ОБС-ке еще тише сделаю. На минус 5 поставлю. Так, микрофон у меня на полную громкость. Кстати,
А у меня микрофон-то нормально? Вообще, у меня блювете, я надеюсь, стоит. Блин. А, ну да, все нормально. А то у меня, когда Серега поиграет во что-нибудь, у меня микрофон еще ломается. Мы тебе точную информацию говорим. Да есть тут просто некоторые люди, которые прикалываются. Я тогда сделаю минус 5. Но это самый-самый тихий звук, который я могу сделать. Модераторы боятся приходить на стрим по Silent Hill. Сник, привет! Если ты меня слышишь, конечно. Я не знаю, может еще поближе микрофон поставить? Ну да куда уж ближе, я... Вот, вот так меня слышно? Раз, раз, раз. Кстати, у меня правда что-то... Что там с автоматом? Я не знаю, я не могу ее стримить. Игра замирает и все. Пока, ну пока-пока. Тебя хорошо слышно, просто музыка в игре заглушает. Ну пускай вот так будет. Все, тише я делать не буду. А у меня комп не ломается каждый день. У меня всякие настройки стрима ломаются. Вы просто, ну, некоторые из вас не знают, сколько всего надо продумать, чтобы стримить нормально. Мне пока это сложно дается, хоть я уже и больше 2 лет стримлю. Теперь игру не слышно? Прикольно. Коди, вот с тобой вроде можно нормально поговорить. Потише, ой, погромче игру теперь сделать. Ничего страшного, что ты уходишь. Давай, пока. Я хочу попробовать убить этого босса просто с помощью топора. Как вы думаете, получится, нет? Озвучка очень тихо. Окей, сейчас погромче сделаю. Это нельзя скипнуть. Видишь? Нет, все нормально, просто мне надо сосредоточиться на одном человеке, а не когда кто-то говорит, тебя слышно, тебя нет. Слышно, нет, не слышно. Все по-разному говорят. Ах ты, зараза! Да ёкарно. Да, он по 2 раза бьет, и я туплю. А когда я не туплю, он бьет 1 раз. Капец, я все удары пропустила. Так, все. Давайте вылечимся. Я ампулы не хотела использовать. Да
Да падай уже! Или мне в другую ногу надо бить? Кажется, в другую, вот в эту. Черный экран, я ничего не вижу! Минус уши, голова аж заболела. Владимир, ты про что? Блин, вы можете нормально написать? Ребят, пожалуйста, давайте вот прямо сейчас, сколько у вас там человек в чате? 10-15? Напишите, пожалуйста, как слышно меня, как слышно игру. Если все нормально, тогда не пишите такого, ладно? Мне просто уже обидно становится. Нормально можете написать? Вали сюда, привет. Блин, Ардан пишет, все хорошо, Коди пишет, игра тихо. А кто еще что пишет, я не понимаю. Ладно, Владимир, что тебя заглушило? Hello, hello. Просто пока начало стрима, давайте, блин, разберемся, реально. Я не могу просто играть, когда вот вы это пишете. Тебя нормально, игру очень тихо. I don't know Spanish. Russian and English. Так, тебя слышно. Звуки игры можно погромче. Музыку игры не слышно. А, все тогда. Вот, наверное, сработало то, что я потише карту захвата сделала. Давайте все вернем обратно. Так, а вот так. Ну, я буду кричать. Это мой стрим, и я буду на нем кричать. Ты же знаешь, ты не первый раз на моем стриме. Мне надо сделать так, чтобы когда он выпьет напиток здоровья, чтобы вот эта сыворотка не потратилась. Если это возможно. Ну-ка, побегай. А у меня оружия нет. Ну. Все, слава богу. Слава кукле. Да можно это дерьмо пропустить? Точно ли русский? I can stop the bleeding. I don't want your help. These wounds cannot... Все, закончили с настройками стрима, я надеюсь. Осталось только босса замочить. Первый раз был довольно-таки удачный. Слава яйцам Хана! Какого еще Хана? Look, doctor, stop talking like an idiot. Хватит говорить как идиот! Brother is missing, the mayor's son is missing, and so is Scarlet. I want to know where they are. I don't care about them or you. Как же это типично, когда в играх мы кого-то ищем, кто-то пропал, особенно в Silent Hill, постоянно кто-то пропадает. Так, все. Отлично, я перекатилась. Ну, это он зря.
Ах ты, зараза. Так. Опять? Оу-е, оу-е. Как быстро. У них такие деревянные эмоции. Ну, поэтому... У этой игры такие оценки, понимаешь? Из-за вот этого. Ай. Вставай, вставай. О. Слушайте, как топор ты его валит, а? Рустамка, привет. Ничего, все с FPS пока нормально. Опа. Это просто здесь такое освещение, мне кажется. Юджин Твич, привет. Сейчас я все у него разобью. Всю скорлупу. Сижу, спиннер кручу. Я уже со спиннерами наигралась. Ух ты, вот это зря. Ой, я не вижу ничего, ничего не вижу. Да сколько раз его надо завалить? Или я что-то не так делаю? Я кнопки перепутала. Не на ту кнопку перекат я делаю. Да блин. Воу-воу-воу. Давай. О, нет. Ой, все. Я-то думала, я побеждаю. Я думала, это конец, если честно. Все, приплыли мы. У меня аптечек так точно не хватит. А теперь что делать? О! Ну же! Да сдохни ты уже, а! Ес! Кажется, мы босса завалили. Нет, только не эту. О, мамочки! Мамочки! Что мне делать? О, боже мой, да что ж такое, Коди? Надо по рукам херачить, когда он упадет. Коди, сейчас что делать? Музыка бабочку напоминает из первого Dark Souls. Я в шоке. Я реально думала, что уже все. Блин. Ай, вставай. Блин. Сколько раз-то эту херню надо сделать? Он меня убьет.